в России есть такой закон федеральный, называется закон о военном положении. Значит, и он предусматривает, значит, самые разные там содержит нормы. В частности, он описывает в общих чертах, какие могут применяться меры правительством России в случае, если введено военное положение. Да, и там много всяких пунктов. Значит, что они могут сделать? Указ президента Российской Федерации, который, значит, мы видим, он уполномачивает правительство и силовые министерства в рамках закона о военном положении вводить вот эти все разнообразные ограничения, которые там предусмотрены, опять же, вот в этом законе. Они очень широкие. Они могут ограничивать переезд людей из региона в регион или где люди могут жить. Они могут их насильно, значит, выселять с каких-то территорий. Все это в рамках военного положения возможно. Да? То есть это решают теперь власти. То есть нет никаких ограничений. Да? То есть это что такое закон о военном положении? Это закон, который разрешает официально ущемлять права граждан. Если говорить о том, что там явочным порядком происходит, да, без всяких законов, то так там уже беззаконие, там война на этих территориях. И, конечно же, все те вещи, которые теперь формально будут делаться в рамках закона, уже там делались без всяких законов. Да? То есть людей заметали, так сказать, на службу, заставляли, значит, работать там на каких-то, там, не знаю, рыть окопы, ограничивали их перемещение, читали переписку, бог знает, с чего там еще делали уже. То есть это было. Сейчас это, так сказать, будет делаться на основании закона Российской Федерации.